Итак, у нас есть два взгляда на смерть. Согласно одному из них, смерть – это угасание всех функций организма. Согласно второму, смерть – лишь переход в другой мир и другое состояние. Посмертный опыт интересовал человека всегда. Ему посвящены древнейшие сакральные источники – египетская и тибетская книги мертвых. О нем рассказывают мифы народов мира. Об этом знаменитый Фауст Гёте. И не всегда смерть – повод для печали. В Индии считается, что смерть – это начало новой жизни. Поэтому там усопших провожают с песнями и плясками. Тризна язычников – ничто иное, как радость за ушедшего в лучший мир. На Востоке верят, что после смерти физического тела душа каждого из нас попадает в единый океан душ. Есть некий океан душ, океан сознания. Этот океан бесконечный. Каждая душа – это капля, которая падает человеку из этого океана и превращает его из некого животного состояния в состояние человека. Когда человек умирает, эта капля испаряется обратно и снова возвращается в этот океан. В христианстве тоже говорится о вечной жизни. Более того, мы созданы для нее. Церковь Христова, святые отцы учат, что когда Господь сотворил человека, то Он сотворил его не в погибель, а в жизнь вечную.